Всем привет, ребята! Сегодня военные технологии у нас. Сегодня буду показывать военные полки новые, очень крутые. Покажу их в двух стилях. Первые с турелями и вторые без, для экономии места. Так что приятного просмотра. Надеюсь, вы зацените. Получилось очень интересно, очень шикарно. Вот. Ящиков становится... Получается у нас 12 штук, да, то есть 6 вверху и 6 можно внизу. Можно сделать вот сейчас в таком стиле первом, как я поставил, по одному ящику оружейному вниз. Ну, это если не сильно много лута, а если сильно много лута и вы там дуо с квадом играете или в соло вообще, то 12 ящиков вам точно обеспечено на этих полках. И всего лишь 3 клеточки занимает. И занимает по ширине 1 клеточку. Вообще шикарно, по-моему. Ну, приятного, ребята.